Журналистам показали не только поле стадиона, но и внутренние помещения. В частности, зону работы прессы, залы для тренировок спортсменов, помещения для забора допинг-проб, а также новые трибуны и ложи. Работы по реконструкции стадиона «Афиш» в полной мере завершены. Сейчас идет пусконаладочные работы, которые будут закончены в основе своей где-то к 1 марта. Работы закончат как раз к очередной инспекции комиссии ФИФА на стадион. Она пройдет 1 марта. Приезжает большая группа в составе 70 человек, каждый по своему направлению, кто-то по спорту, кто-то по технологии, кто-то по инженерии. Они делают инспекционный визит по группам всего стадиона, а потом уже проводятся совещания, где подводятся итоги. Я напомню, что реконструкция стадиона включала демонтаж крыши и временных сооружений, возведение северной и южной трибун, строительство входных павильонов. Кроме того, вместимость объекта увеличена на 5 тысяч мест. Сегодня на трибунах Фишта за матчами смогут следить 45 тысяч человек. На эти цели было потрачено около 4 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Ну а первый тестовый матч на Фиште пройдет 28 марта. Сыграют Россия и Бельгия.